чем это я? Лежу. Сейчас посмотрим. На луже. А? На луже? Откуда у меня в доме лужа взялась? Заснула-то я в кровати, а просыпаюсь — лужа. А крыша где? А? Вместе со стенами. А так украли. Не-не-не. Украли? Нет. Украли! Хватай. Ой, догоняй. Ой, открывай. Да погоди, Дариса. Да неужели ты ничего не замечаешь? Я не замечаю. Я сразу заметила. Раньше у меня был дом, а теперь нету. Ну, а больше ничего не замечаешь, а? Больше вроде ничего не украли, так одеяло на месте. А, запасы! А! И запасы не унесли. Ой, да погоди ты со своим добром. Но ты посмотри, что творится вокруг. Да безобразие творится. Да. Воры воруют, скоро все растащат. Да нет, ну ты посмотри, что настало. Настали ужасные времена. Эх, весна, вот что настало. Весна? Ну да. Ну и что? А то, весна пришла, но потепление началось, да? Вот твоя избушка и растаяла, в лужу превратилась. В лужу? Вот в эту лужу? Ну да, в эту. Зайц! Что? Зайц, беги скорее в дом, неси ведра, тазы, чайник, кастрюлю, всю посуду неси. Хорошо, хорошо. А зачем? Мы стены в тазик нальем, а крышу в чайник. Я свой дом не брошу. Я его сберегу. А зачем тебе дом в чайнике? Дом зачем? Чтоб жить. В чайнике будешь жить. Чайник нет. Теперь жить-то буду. Ну погоди, Лиса, не горюй. Да, не горюй. Тебе хорошо. У тебя вон дом стоит, а мой лужей стал. А почему это? Твой дом стоит, а мой в лужу превратился. Это что, честно? Это справедливо, а? Да при чем тут справедливость? А при том, раз мой дом растаял, пусть твой тоже тает. А еще лучше, чтоб твой дом растаял, а мой нет. Вот тогда будет честно и тогда будет справедливо. Так моя же избушка лубиная, а твоя ледяная была. Ну говорил я тебе, Лиса, растает весной твой ледяной дворец, растает и в речку утечет. Ой-ой-ой-ой. Ну, стану я каких-то зайцев слушать, да? У меня свой ум есть. Вот, ой. Ну, чайничем будет. В голове справедливости на свете нету. Нигде. Ни капельки. А я с тобой, Лиса, не согласен. А я с собой согласна. А я не согласен. А я согласна. Ну, хорошо, давай по справедливости. Ага. Раз у тебя дом растаял, а у меня нет, я должен сказать: Лиса, иди в мой дом, мы будем жить вместе. Ты ж так не скажешь. Да вот честное слово скажу. Ой, шутишь, дразнишь. Да вот с места мне с этого не сойти. Ну, пойди сюда. Что? А? Сошел, значит, не скажешь. А вот возьму и скажу. Ну, скажи, скажи. А, скажу. Ну, скажи. Да, пожалуйста. Давай. Лиса, да. Иди в мой дом. Будем жить вместе. Сказал. Ну, ты зайц даю. Ну, и избушка моя, конечно, маловато, тесновато будет. Но ничего, как-нибудь поместимся. Что ты, зайчик? Что ты маленькая? И вовсе твоя избушка не маленькая. И вовсе она просторная. И нам тесно не будет. Ну, ее с чайником-то не сравнить. Скажи. Да. Тогда вещи собираю. Ну, давай. Ага. А я тебе помогу, Лиса. Ой, ну отойди. Ладно.
Взяли! Зайца, Галя. А что, лиса? Это теперь наш общий дом? Да, лиса. Хорошо. Подожди, подожди. И взяли! Ой-ой! Зайца, Галя. А что, лиса? Это теперь такой же мой дом, как и твой? Да, лиса. Чудесно. И взяли. Зайца, заяц. Что, лиса? Это теперь мой дом. Твой, лиса. Прекрасно. Тогда я свою кровать к окошку поставлю. Взяли. Ой, 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 ой. Своей кроватью из дома выпихнула. А еще около окошка моя раскладушка стоит. Да, так мы ее сложим. Капкан! Ловушка! Зайц! Тихо-тихо-тихо! Освободи! Тихо! Это моя раскладушка! Ты ее складывать не умеешь. Никакая это не раскладушка, а настоящая разловушка. Лиса, а чё эта дверь-то не открывается? Я в дом войти не могу. Это потому, что я моей кроватью прижала. Так ты ж её отодвинь. Не могу. Ой, знаешь, заяц, а ты ведь был прав, когда говорил, что это моя избушка очень маленькая, и что нам с тобой вдвоем в этой моей избушке тесно будет. Ой, придется кому-то из нас уйти. Кому-то из нас? Да. И я думаю, этот кто-то будешь ты. Я? Ой, ну не я же. Ты же сам сказал, что это теперь мой дом. Да, но... Ой, пожалуйста, без ножа. Я тебя в свой дом пустил, а ты меня выгоняешь? Нет, Сонька, я тебя не выгоняю. Я тебя уже выгнала. Но это несправедливо. Правильно. А я что говорила? Справедливости нет на свете. А ты не соглашался. Ну теперь ты согласен? Нет, 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 не согласен. Я найду справедливость. За меня заступится. Ты что? Мне угрожаешь? Ох, смотри, заяц. Я сейчас как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по заулочкам. Какие клочки? По каким заулочкам? Показать? Нет, не надо. Ну, тогда забирай свою раскладушку и катись отсюда. А мне некуда с тобой разговаривать. У меня же дом, хозяйство. Катись, катись. Да поживее!
что-нибудь такое замечательное. Ой, а сочиню-ка я песню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нынче первый день весны. Шерсть пушится у сосны. Ой, это ведь у меня шерсть. А у сосны эти самые, как они... Ой! Иголки. Оказывается, песню сочинять сложно. Вот просто рычать легко. Нет, решил песню сочинить весеннюю, значит, сочиню. Так. О, рано утром по весне птички воют на сосне. Ой, а почему воют-то? Поют. И что я все про сосну, да про сосну? Попробуем еще разок. В лес родной пришла весна, машет ей хвостом сосна. Ой, это ведь у меня хвост. А у сосны эти самые, как они? А, веточки. Ой, шишечка. Попробуем, как все вместе получилось. Песня. Нынче первый день весны. Приходит ко мне
утром этот бандитский заяц не поздоровался. О, что? Лапы о коврик не вытер, ой-ой-ой-ой. На чистом полу наследил, завтрак мой съел. Нет. Спасибо не сказал, сидит и в носу ковыряется. Да не ковырялся я! Нет, ковырялся. Но ему раз сказал, ба, пять раз сказал, а зайцу хоть бы что. Но тут уж лопнуло у меня терпение. И выгнала я его. И правильно сделала! А нет, нет, неправильно. А ты, зайка, вообще помолчи. Сначала вести себя научись, а уж потом разговаривай. Ой, эти зайцы совершенно отбились от рук. Авторитетов не признают. Грубят на каждом шагу. Ой, да что с ними нянчиться? Да. Вызвать охотников и весь разговор. Ой, ну что? Ну что, ну зачем же? Ну зачем такие меры? Зачем же сразу охотников? Мы уж сами как-нибудь, да, зайчик? Что? Вот видишь, зайка, ты на лесу ябедничаешь, а она еще за тебя заступается. Она же... Не хнычь! Я б на ее месте уже давным-давно тебя из дома выгнал. До свидания, лисичка. Всего хорошего. Чао. На что? Нашел справедливость? Можешь пойти еще кому-нибудь на меня пожаловаться. Увидишь, что из этого получится. Ох, смотри, заяц, дождешься у меня. Полетят клочки по заулочкам. Ох, полетят!